конечно, вчера поели опять что-то там солененького, жирненького. Я просто слышала, что на третьем триместре у некоторых девушек начинается вот как этот токсикоз. Я вот только с палочкой так вот потихонечку иду. Два раза в день меня кормили. Марти, смотри, какая у нас... Короче, блин, вообще я такая довольная. Давай, дочка. Это сыночка. Сади, а ну морду убрал. Мы вышли на прогулку. У нас сегодня очень тепло. Ну что, всем доброе утро. Сегодня 24 февраля. Значит, собираем вещи. Сейчас уже выходим. Время у нас половина 12. С утра видели здесь белочка. Я таких огромных белочек. Я сейчас думала, лиса, если честно. Такая огромная белочка была. Я уже собралась, чуть подкрасилась. Конечно, вчера поели опять что-то там солененького, жирненького. Слегка я так чувствую, подотекла. Значит, забираем, естественно, шарики. Стас с утра тут все подмел. Конечно, вот эти вот конфетти, только, ну, вот здесь вот не подмели, но здесь все мокрое, прилипшее. Значит, все тут намыли. Ну, посуду имеется в виду. Так, ладно, не забыть. Зарядки, шарики. И вот сейчас я вот здесь вот... так, еще все, косметичку надо будет забрать. И все. Все, в общем, сделали чекаут, и нас спросили, давали ли нам вчера комплимент на день рождения. Мы сказали, что нет, не давали. И нам сейчас дали бутылочку шампанского и коробку конфет. Это очень приятно. Такой туманничий сегодня. Ой, смотри, так прикольно указан этот нефтепровод. Так, мы едем домой смотреть мой подарочек. Ой, точно. Вот для чего Котя захотела вначале домой. Конечно. А вечером мы едем к папе. Мы сегодня днем, сегодня суббота, уже будем гулять. В общем, конечно, погода у нас не очень в Питере, но... Так, у тебя кофе? Отлично, держу. Пока еще он не разлился на мне. Вот. Я, кстати, с утра не стала завтракать. Потому что знаю, что... Зальется. В общем, я с утра не завтракала, потому что вчера что-то вечером много поела. Думала, только вечером поем. И у меня прям, знаете, ощущение вот как в первом триместре токсикоза прям резкое. И пришлось, в общем, взять одну конфетку. Она меня сейчас спасла. Пока что одну. Да, я вот чуть-чуть съела, и меня начало отпускать. Я просто слышала, что на третьем триместре у некоторых девушек начинается как этот токсикоз поздний. Я не знаю, это оно или нет. Вот, но были ощущения бы те же. Покушайте, все было нормально. Да я вроде как бы есть-то и не хотела, потому что я еще не проголодалась. Когда мы сели в машину, у меня начало это. А потом, когда дали еще нам конфетки, я такая... Надо действовать. Так вот, вечером мы часам к 8 поедем к папе. Значит, он там накроет на стол. Вкусняшки всякие. В общем, посидим, отпразднуем и поедем, заберем собаку и поедем уже домой. Смотрите, как нас встретил. Встретил дом. Я вот только с палочкой так вот потихонечку иду. Очень скользко, конечно. Марти. Да, скажи, два раза в день меня кормили. Марти, смотри, какая у нас этот новый зверь. Мне нравится мой зверь. Ай, я знаю, что ему нравится. Смотри, сейчас он как стрелет, и потом это... Мы без игрушки. Самое главное, что? Наверх. Забрать продукты. И что у нас тут? А, это наверх плиту. Ты куда хочешь убрать? Так, ну что, кот, как у тебя тут? Как ты себя вел? Так, Марти носок где-то откопал.
Но тетя Марти любит какие-нибудь тряпки, носки. Вот он их берет и на диван потом затаскивает. Ну что, вот мы уже и дома. И сейчас я вам покажу, какой же подарок, сюрприз Стас мне приготовил на день рождения. Знаете, у меня до сих пор осталось столько много эмоций. Хоть прошло уже и несколько недель. И вот я сейчас как раз сижу, монтирую для вас этот влог. Ну а перед этим я хочу сказать, что в Питер у нас пришла весна. Настоящая. Светит солнышко, все тает. Да, конечно, снега выпало очень много в этом году. И пройдет, мне кажется, не одна неделя, чтобы все хорошенько подтаяло. Но с приходом солнышка и тепла сразу, знаете, поднимается такое настроение еще больше. И в Питере, конечно, это особенно чувствуется. И вот именно сейчас, смотря в окошко, пришло сознание, что вот она, долгожданная весна. И я думаю, многие из вас уже задумались о том, что самое время начать готовиться к лету. Кто-то ставит себе цель похудеть, набрать мышечную массу или, возможно, просто поддерживать свое тело в форме. Я вот до сих пор продолжаю заниматься йогой для беременных и подготавливаюсь ко дню X. И самый удобный и интересный вариант для меня — это, конечно же, домашние тренировки с лучшими тренерами на fitstars.ru. Присоединяйтесь, и вы будете вместе заниматься своим здоровьем. Тренировки длятся от 7 до 30 минут в день без дополнительного оборудования. Можно заниматься в любое удобное для вас время, в любом месте и доступно на любых устройствах. Я вот люблю выполнять тренировки с экрана телевизора. На fitstars множество разнообразных тренировок по различным программам. Похудение, растяжка, зарядки, здоровая спина, йога, танцы, пилатес и многое другое. Все программы подходят для новичков. В тренировках на FitStars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. Вы как будто занимаетесь персональным тренером. Также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий, где вы можете найти большое количество полезных и очень вкусных блюд. В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. А для детей от 3 лет тренировки в игровой форме. Отличный способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни. Как вы знаете, у меня уже очень давно оформлена подписка, что и вам советую. Ведь на FitStars есть все необходимое, чтобы вы оставались здоровыми и в отличной форме. А теперь самая крутая новость этой весны под названием «Весенняя перезагрузка». А легендарный «Безлимит навсегда» вернули. И теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса. Оформляйте подписку и получайте сертификаты до 5000 рублей за тренировки в фирменные магазины fitstars.shop. Посмотрите, какие классные товары можно купить в магазине. Тут и коврики, гантели, резинки. Количество сертификатов ограничено. А еще до 9 марта можно получить умные весы от Пикук. Тренировки засчитываются в течение 30 дней с момента начала участия в акции, но не позднее 30 апреля 2024 года. Ну а все условия акции можно прочитать на сайте. Ну и конечно же, по нашему промокоду вы получите скидку в 70% на тариф «Безлимит навсегда». Но этот тариф будет расти в цене, поэтому вы не откладывайте покупку, а переходите по ссылке и забирайте это выгодное предложение. Ссылочку с промокодом я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Если вдруг ссылка по какой-то причине не работает, то вы просто переходите на сайт fitstars.ru и вводите наш промокод. Все, я всем желаю отличного настроения, конечно же, отличных тренировок. Ну и продолжаем смотреть наш влог. Итак, еще за пару дней Стас, значит, спрятал мой подарок в детскую комнату и сказал мне туда не входить. Он предложил, если хочешь, мы сейчас посмотреть, но я, если честно, не люблю подарки заранее. То есть я люблю в день, там, день-день, либо чуть позже. Вот, поэтому я сказала, что ладно, давай тогда уже я потерплю, не буду входить туда. Моя прелесть! Что мы сделали? Это сушильная машина! Да, на сколько килограмм? Давай открывай быстрее. Точно? Да. Моя прелесть! Unpacking этой стороны. Ну что?
Ой, это сик, что больше. Алиса, включи музыку. Включаю. Мой брол, есть музыка. В общем, пока я делала распаковку своей новой сушильной машины, Стас попросил Алису включить музыку, еще и погромче, и ушел куда-то. Я ни о чем не подозревала. В общем, все раскрыла, потом пошла, думаю, куда Стас пропал. И тут вот оно что. Я, значит, пошла за Стасом. Стас идет еще. Блин, это у нас будет целый комплект. Котя! У нас теперь будет большая стиральная машина. Мы их поставили так вот красиво. Только не знаю, как вот это пока раскрывать. В смысле, как? Нет, в том плане, что если она раскроешь, то потом тяжело таскать. Просто ее пока некуда поставить. Я вообще пошла тебя обнимать. Думаю, куда котик делся? Мозг включил, чтобы полить контору. Я думала, ты пошел кофе делать. Я пошла на кухню, ты не Боже мой, это я теперь смогу стирать плед наш, который в ту машину не вязал. Не вязал, да? Не вязал вообще. Там же маленькая, она сейчас, посмотрим, сколько она килограмм. Она просто по размерам очень маленькая. Она компактная, да. Скажу, в общем, у нас вот эта машинка, она как бы не наша, вот она такая... Марчуша испугался. Она на 5 килограмм. У меня, короче, сюда не помещалось, ну, пусть постельное белье, мне приходилось наполовину стирать. Плед большой сюда вообще не влезал. Здесь у нас тоже немножко попортилось, когда Стас... Короче, у нас попала пена монтажная, и Стас взял, короче, этот, как называется, средство, чтобы убрать пену, и он разъел, короче, вот это. Но так как у нас тут ремонт будет, короче, блин, вообще я такая довольная. Я не знаю, прям вообще... Как у нас все красиво будет. Вот, уже открыл. Боже мой, какая красотка. А почему мы не можем ее сразу подключить, по идее, по логике? Вот стиралку, да? Можем. Ну, нет, чисто в теории можем. Почему сейчас? Она просто будет чуть больше выпирать. Ну да. От спины. Ничего себе, барабан какой. Вот это барабанище. Я даже не знаю, куда мне бежать. Ну, в плане, какой из машинок. Давай ее куда-нибудь рядом поставим. Давай, что хочешь к... Кстати, в ванне можно будет какие-то черные элементы делать, чтобы красиво сочеталось. Чуть-чуть больше по длине, но за счет того, что сзади... Они все равно, стиралка должна больше отступать, ага, чем сушилка. Там же коммуникация обычная. Ага, ага. Все равно позволится. И так не крути, вот как раз вот это расстояние, ну и... Мартя, ты скучал? Да. Мартя испугался, скажи, коробок. Пришлось прятаться под ванну. Но мы недолго прятались, кстати. Мартя, ты что? Знал, сколько вчера вот эти руки перегладили собак. Сколько собак... Сколько... Угу. Ой, не сформулировать предложение. В общем, Мартя, ты был бы в шоке. Мартя, сегодня собак привезем. Сладких булочек. Тафи сидит. Где? Мартя. Ты соскучился по Тафечке с Эдичкой? Скажи нам. Марти. Соскучился по Тафе с Эди?
Так, я ничего не слышу. Кто такие? Кто такие? Мартюх. Где мои шляпки? Надеюсь, я достаю, пойдешь. Ну, я подумала, вдруг это... Мне очень презентарно, господа. Иди сюда! 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 Сердечко, иди ко мне. Вы учули остаться, как штаны пахнут. Другими собаками. Собака, а ты что не такой? На рождение меня, да, скажи? На рождение меня, а не дашь мне. Ну, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, сладкий. Тебя будет. Молки. Ой. Не-не, я поставлю к вам, где она вот тут лежит, потом мне садится. Вот какой стол папе вручила, картину, которую я делала для него на 20 февраля. Тут пирог еще будет. Вот папусик сладенький, пирожочек наш. Салатик, закусочки, вот еще какой-то салатик. В общем... Помнишь, я кучу делал? Контейнеры, они на колесиках. Да, да, да. Вот, я смотрю, что-то знакомое. Ай, сладкие. Ну что, Дафи? Мы тут пока смотрим на этих красавчиков. А еще Happy Birthday to you, маленький. Мы уже цветочки не успели добежать, так что... Ой, давай, дочка. Ой, это для сыночка, да? Пойди. Для сыночка. Это можно для мужа, это сладенькое. Ой, кстати, да, Стася, смотри. Стася же ест сладенькое. Мне запрещено вам привозить, а то подавать можно. Ой, я прям сейчас надену. Папа меня заранее спрашивал, что мне подарить на день рождения. Я заранее выбрала вот такие вот сережки в сети Молли. Я давно на них смотрела и все думала купить. Потом думаю, о, кто-нибудь спросит, что подарить на день рождения, вот я скажу. Я думаю, вы заметили, что я очень люблю всякие такие жемчужные сережки. Они мне очень понравились. В общем, я супер довольная. Так, Сэдди, а ну морду убрал. Смотри, колбасучую. Ух ты! Давай куда-нибудь. Может, фрукты пока дам? Ой! Уронила. Вот я здесь. К рыбке, ой, к супу еще рис, да, обязательно. Это томха, правильно, папа? Да. И это что за салатик? Какой? Вот этот вот. Это с печенью трески, рисом, яйцом, там всякое. А вот это? А это там с заправкой бальзамической, помидорки, черики, что там еще, моцарелка, ну такое. Куда хотите, садитесь. Садитесь, такой, я готов тоже сесть к вам. Ну вот еще будут пироги. Так, ну что, Стас уже установил стиральную машину. Она, конечно, непривычно так, достаточно большая. Ну, она стандартная, потому что у нас та была узкая. В дальнейшем, после ремонта, она у нас будет стоять на другой стороне. Вот, сейчас запустили цикл на 90 градусов по инструкции. Очень
тихонечко, тихо так вообще стирает. Очень классно. Здесь у нас просто как будто магазин. А сушильная машина тоже вот сейчас уже заканчивает свой цикл. Осталось 5 минут. Кстати, классно, что здесь видно, сколько осталось по времени. И изначально, какую программу выбираешь, он показывает общее время. Здесь такого не было. Вот. И работает она тише, прям намного. В общем, вот, жду. Ну да, мне тоже. Ну, вообще рано встал. В общем, мы вышли на прогулку. У нас сегодня очень тепло, я бы сказала, даже жарко. Я вроде даже легко оделась, но мне все равно. У меня с собой на всякий случай палочка, чтобы, если что, можно было упереться. Но здесь, как мы видим, асфальт подтаял довольно-таки неплохо. А сколько мы уже гуляем? Сейчас, думаешь? В общем, идем, пока я не устану. Я думаю, уже пойти назад, вот, ну да, можно уже потихонечку обратно. До шалаша слишком долго со мной идти. Ой. Пришлось идти в галошиках. Потому что все тает. Я посмотрела, что у нас в Питере вообще все вот следующей неделе они все будут плюсовые, достаточно сильные. И, конечно, с одной стороны, не очень хорошо, а с другой стороны, уже весна на носу. Пусть это уже все растает. И уже все, короче, снег уже, надеюсь, не будет выпадать. И будем встречать весну. Обратно, да, согласна. Итак, что хочу сказать по поводу сушильной и стиральной машины. Почти 2 недели ими пользуюсь, и, конечно, разница определенно большая. В стиральной машине огромный плюс, что она, конечно же, побольше, она у нас на 8 кг. Можно вручную выбирать режимы, видно время и очень много функций по сравнению с той малюткой. Ту машинку мы поставим к бабушке в домик, Стас все подключит. По поводу сушилки, она, конечно, супер. Я говорила, что вот у нас Кэнди, которая была, пару раз сломалась, ее покупали на Авито, чтобы вообще понять, как она в быту, нравится, не нравится. В общем, пользовались мы год. По итогу мы поняли, что без нее быт, это, знаете, как вот с посудомоечной стиральной машины уже не представляется, когда ты попользуешься. Но, к сожалению, да, вот она несколько раз сломалась. В начале февраля мы ездили к друзьям на день рождения, и как раз моей подруге муж подарил стиральную машину вот этой же фирмы, как я поняла, это от Яндекс. И еще большой, кстати, плюс, что у нее гарантия 5 лет. Это не реклама, хотя мы, конечно, бы не отказались прорекламировать такую технику. В итоге Стас, видимо, списался с ребятами, спросил, как им сушилка, и вот принял решение обновить и порадовать меня. Вот, ну а ту сушильную машину мы продадим. Стас изучал, какие вообще бывают сушильные машины. Оказалось, что их есть там какие-то с тепловым насосом, кондукционные, еще какие-то. В общем, я в этом сильно не разбираюсь, не буду вас путать. Кому интересно, обязательно почитайте про различия. У нас сейчас совершенно другая, так сказать, технология, если сравнивать с Кэнди. Так еще большой плюс, что расход энергии намного стал меньше. Ну, электричество. В общем, я безумно довольна. А ты на слайду? Ты что? Где? А? Ты вообще водитель? Водитель. Да. А у тебя есть история про все, что рассказывали? Да. Абсолютно про все. Мы думали. Так, это уже второй у нас. Ну, что там? Тафонька не выпендривался. Тафи. У нас, кстати, я решила подуть. В общем, вешали сегодня шарики. И что вы думаете? Я решила подуть слоника, и он у меня лопнул, естественно. Так, я не понял. Где собака? Нет, а где Тафи? Тафи? А Тафи-то где? Боже мой, Тафи, я тебя пропустила. Красавчика такого. Молчит, главное. Уже на выходе. Ну такие чистые, прям вообще папа их накупал. Потом сказал, пошел на следующий день без комбинезонов, и пришлось еще раз их купать. Ну, вот это пузо.
Потом сказал, гуляла вообще всегда с комбинезоном. А, подожди, я-то еще не оделась. Ну что, дорогие друзья, на этом я заканчиваю наш влог. Всех благодарим за просмотр, за ваши комментарии. Еще раз огромное спасибо за такое большое количество поздравлений, которые вы оставили под прошлым роликом. Спасибо вам огромное от всей души. Всех крепко обнимаю, целую и увидимся с вами совсем скоро. Пока!